Еще 1000 продуктовых наборов раздали на этой неделе депутаты-единороссы нуждающимся семьям. В общей сложности с начала апреля партийцы передали жителям Камчатки более 3000 наборов. Помощь в основном получают семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также одинокие пенсионеры. В набор входят продукты длительного хранения – тушенка, сгущенка, рыбные консервы, крупы, макароны, масло, чай и сахар. Волонтеры Центра «Единой России» совместно с депутатами законодательного собрания продолжают развозить продуктовые наборы для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которые сейчас находятся на самоизоляции. Вот буквально новую партию продуктов мы получили при поддержке партии «Единая Россия». 1000 продуктовых наборов нашими волонтерами сформированы. И вот сейчас мы по всему городу и Елизовскому району наши ребята развозят очень положительно. И реагируют на это же люди, которым мы помогаем. Слышим от них слова поддержки. И мы очень рады, что наша работа дает возможность нашим жителям Камчатского края сегодня помочь и быть рядом с ними. Напомним, с первых дней введения режима самоизоляции председатель регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Раенко поручил депутатам и партийцам включиться в работу по оказанию помощи пострадавшим людям. Продуктовые наборы были сформированы на внебюджетные средства. Их собрали сами депутаты, а также выделил партийный фонд поддержки регионального сотрудничества, созданный «Единой Россией» для благотворительных проектов.